вами ситуацию, возникшую вокруг вчерашнего моего ролика. Так. Итак. Это было кошерно, конечно. Сейчас быстренько обсудим, а потом продолжим играть. Сделаем маленький перерыв. Ой, нет, это видео, раздел видео. Раздел видео. И вот, вот этот обзор. Кто его еще не смотрел, посмотрите, потому что иначе вы не поймете суть беседы. Короче, вчера сообщество разделилось на две половины, как показывают лайки и дизлайки. И я получил целую тонну разного рода отзывов, но некоторые из них, конечно, потрясают своей взвешенностью. И отдельно хотелось бы пригласить Виктора Фибоначчи на беседу в Skype, прямо на стриме, чтобы он еще раз выразил свою позицию. Я что-то не понял вообще сути его сообщений. Если вкратце, я разбирал один из роликов Китти Кло, АСМРщицы, в котором она проводила ролевую игру. И вот я в начале этого видео объясняю, что претензии у меня не к АСМР, не к Китти Кло конкретно, а конкретно вот к этому контенту, к этому ролику. Поскольку в этом ролике, в рамках своей же заданной вселенной, она нарушает собственные законы. Она, работая от лица девушки, которая парня типа расслабляет перед футболом, не расслабляет человека, который также вживается в роль парня, а раздражает его своим невменяемым аномальным поведением. Она нюхает пиво, она лижет стакан, она читает надписи на упаковке рыбы, которые, ну, понимаете, то есть читает таким тоном, как будто она подает ему, не знаю, фуагра, приготовленную шеф-поваром французского ресторана. Она, опять же, в рамках этого образа, что там еще делала, я не помню, ну, какую-то дичь просто. И конкретно у меня была претензия именно к ней, как, не к ней, а к ее этому ролику. Я назвал тупой не ее, а персонажа, которого она отыгрывает, грандмастер. Есть в этом большая разница. Ну а теперь почитаем комментарии. То есть смотрите, опять же, если бы в рамках вот этого, этой ролевой игры она бы что-то рассказывала или совершала какие-то адекватные действия, я бы ни слова не сказал. К примеру, у нее есть такие же АСМР, где она, ну, к слову, играет ролевуху в роли доктора. И к ней приходят пациенты, она с ним общается, выясняет, что у него болит и так далее. Абсолютно нормальный, вменяемый разговор, под который потихоньку засыпаешь. Здесь же она порит несусветную дичь и ахинею. И это не усыпляет, а раздражает. Вот ровно об этом был ролик. Дальше началось. Внимание, друзья, комменты. Ну, для начала почитаем нормальные комменты. Насчет Абвера неплохо вкинул Гаминасай, что Абвер уже на Гудгейме АСМР занимается много лет. И это правда, я с ним абсолютно согласен. Настоящий АСМРщик. Не знаю, как кому, у меня ее шептание вызывает агрессию. Это текст твое личное, личная точка зрения и личное восприятие. У меня не вызывают агрессию сами шептания. У меня агрессию вызвал непосредственно контент ролика. И абсолютно несовместимая картинка и заданное название. То есть она не расслабляет, она несет несусветную чушь, порит какую-то дичь и просто раздражает. То есть когда поведение не натурально. Знаете, ощущение было такое, что с тобой говорит маньяк, потому что она вроде говорит, ласково заглядывая в глаза, но при этом несет какую-то ахинею и возникает тревога, что она сейчас выхватит нож и вонзит тебе его в ляжку. Вот примерно такое ощущение у меня возникало от ролика. Я попытался это выразить, но тут началось. Давайте начнем. Бонич, как тебе не стыдно, взрослый человек же. Прекрасный комментарий, который аргументированно и взвешенно отражает позицию Петра. А, нет. Мне должно быть стыдно от того, что я взрослый человек. Ну, странный комментарий. Это не дает повод напрямую оскорблять личность стримера, как делает Бовинч в этом ролике. Вот, это Фибоначчи подключился. Где я напрямую оскорблял личность стримера, у меня большой вопрос. Я в ролике обсуждал исключительно
образ, исключительно персонаж, которого отыгрывала Кетти Кло. Я не называл саму Кетти Кло тупой, потому что я не знаю ее как человека, я понятия не имею уровень ее интеллектуального развития. Поэтому, Виктор, вы несете какую-то чушь, и я бы хотел с вами это обсудить, потому что я понятия не имею, на чем основаны ваши постулаты. Я не оскорблял напрямую личность стримера. Чем это лучше Револьвера, который на своих стримах оскорбляет Поми? Ну, наверное, потому что Револьвер говорит «помидор мудак», а я говорю «персонаж, которого отыгрывает Кетти Кло, мудацкий». Если ты не видишь разницу, то поздравляю тебя, адекватность начинает тебя потихонечку покидать. Опять же, я в начале ролика объяснил свое отношение, но это сейчас дальше пойдем. Не понимаю, Бонивур, чем твой видеовысер отличается от ее, наверное, тем, что он адекватно разбирает ошибки ее ролика, может быть, не знаю, скорее всего. Но, опять же, уровень аргументации потрясающий, вот еще один. Ну, уехай это на СГГ, и кому-то легче станет, пишет Спонж Боб. Кто ее выгоняет с ГГ? Где в ролике? Я, может быть, на каком-то кривом русском языке вещаю. Почему люди делают выводы за меня те, которые я не озвучивал? Где я ее оскорблял? Где я просил ее уйти с ГГ? Такого в ролике нет. Но человек делает выводы на основе домыслов собственных и иллюзий. Выводы из слов, которые никто не произносил. Шикарно, шикарно. Дальше поехали. Даешь батл. Ну, это повар ворвался. Ну и тут началась глобальная дискуссия между Финочкой и Фибоначчи, на которой я на стороне первого Фи. Первое Фи намного лучше второго в этом сражении Фи-Фи. Абсолютно Финочка выражает мою точку зрения лаконично, что раздражает неадекватное поведение персонажа, которого отыгрывает Кетти Кло. Все, ровным счетом. Дальше идет какой-то невероятный бугурт и дебаты Финочки и Фибоначчи. Вот, разве кто-то ее выгоняет? Ну, я уже это сообщил. Сдается мне, у Бонича подгорело. Где у Бонича подгорело? Я абсолютно спокойно разобрал ошибки ролика. I don't know. Да, абсолютно верно, Зерк ТВ. Ну, потому что это популярное явление. И я к СМР отношусь вполне толерантно. Я ничего не имею против бормотания в микрофон. Дальше Витя продолжает нести свою чушь в еще более терминальной стадии. Явно оскорбительный ролик. Снова Витя путает оскорбление личности и критику контента, которая личность выдает. Ну, а у Вити это, видимо, уже, не знаю, ну, прочно засевший пунктик в его голове, который не дает ему объективно разобраться, в чем отличается оскорбление личности и оскорбление, даже не оскорбление, а критика и негативный отзыв о контенте, который эта личность предоставляет. Причем не обо всем контенте, еще раз подчеркиваю, а исключительно о этом ролике. Что другие ролики у нее вполне нормальные. Какая же тупая. Вот Витя приводит вырванную из контекста фразу. Это еще раз доказывает вменяемость Фибоначчи. Он приводит фразу «какая же ты тупая», выдрав ее из контекста. Полностью фраза звучала примерно так. Этот ролик вызывает не сон, а ощущение, а желание посреди ночи заорать на всю квартиру «какая же ты тупая». Обращаясь, естественно, не к Кетти Кло, а к персонажу, который нам шепчет и несет абсолютную билиберду, околесицу полнейшую. И, конечно же, я еще раз повторяю, какая же ты тупая, адресованная не к Кетти Кло, а к этому персонажу, которого она супер неудачно обыграла. Движемся дальше. Ну, тут обсуждается АСМР, вот Хумыч тоже ворвался на позитиве. Слышу звон, да не знаю, где он. Какая же тупая, подхватил он вырванную Фибоначчи из контекста фразу. Прекрасная логика. Великолепная. Движемся дальше.
Но я сделал перерыв с Пелео небольшой. Сейчас продолжим. Еще раз, я приглашаю всех, кто не согласен со мной, сюда, в Skype, в Discord, давайте обсудим. Я не против. Come on, объясните мне свою позицию. Но дальше мы сейчас приближаемся к самому неадекватному джентльмену, который такое начал городить. Я долго смеялся, Машка смеялась. Это было что-то с чем-то. Ну а пока продолжаем изучать нормальность аудитории. Ну, Финочка снова пытается отстоять логику, просто здравый смысл в борьбе с Фибоначчи, который уже поплыл, потек и продолжает накидывать какие-то свои домыслы. Так. Мда, Гохамейстер пишет. Впрочем, от Баньвура это ожидаемо. Кризис идей и походу в жизни. Вот какой вывод делает человек из ролика обзора на АСМР. У меня кризис в жизни, пацаны. Ничего не сделать. Как точно и тонко анализирует Гохамейстер мою персону. Причем, заметьте, я на личности в обзоре не переходил. Я обсуждал исключительно ролик и персонажа, которого отыгрывает Кэти. Меня же начинают препарировать как личность. Ну, кризис наступил. Что сделать? Глядя на его физиономию, ну, тут этот человек уникальных логических способностей, одарен от Бога, он просто по взгляду на физиономию определяет кризис в жизни у человека или у него полнейшая гармония. Великолепно, Гохамейстер, потрясающе. Это уже дно зашквара. Давай еще начни снимать ролика на типа Камикадзе Дед про политику с таким же набором искрометного юмора и полного непрофессионализма с точки зрения объективной логики и аналитики процессов. Ну, вслед за мной еще и Камикадзе досталось. Я к этому человеку, к личности Камикадзе отношусь неоднозначно. Есть у него здравое зерно, но есть абсолютно подлые скотские поступки. То есть человек для меня противоречивый. Но Гохамейстер продолжает выписывать всем диагнозы. У меня кризис, Камикадзе дебил. И, кстати, только этим... И вот последний опус от Гохамейстера. И, кстати, последним уже этим дешевым для своего возраста роликом ты еще больше подогрел, поднял вверх ее. Уважаемый Гохамейстер, наши рейтинги с Кити Кло несовместимы. У нее сотни тысяч подписчиков. И если ты считаешь, что мой ролик обеспечит ей дополнительную огромную аудиторию, ты очень сильно ошибаешься. Ровно как и во всем остальном, что ты наплел. Шикарная адекватность, ребят. Я бы, ну серьезно, хотел поговорить в Скайпе с этим человеком. Уверен, что он их двух слов связать не сможет в дискуссии со мной. Но писать, как говорится, не мешки ворочить. Дальше поехали. Угу, продолжаем обсуждать пристрастие аудитории и взгляды на это явление. Ну, о вкусах не спорят. Кому-то нравится АСМР, кому-то нет. Так, мы подбираемся. Подбираемся, друзья, к главному гению этой битвы в комментариях. Это просто сейчас будет разрыв. Это будет разрыв. Извини. Почему-то, вы знаете, все мои критики отличаются одной особенностью. Они все безграмотные. Эти люди не просто пишут, знаете, там, ист чо, или сокращают слова так, как это принято сейчас в современных же организмах, да? Они, в принципе, неграмотно пишут. И это определенный индикатор интеллектуального уровня, да, потому что, ну, я в 34 года в свои, я пишу грамотно, потому что я читаю книги, потому что я закончил школу нормально. А тут, ну, люди, которые действительно, ну, является ли грамотность, грамматическая подкованность человека признаком его определенного скудного развития? Я считаю, что отчасти да. Но вот все, кто там меня начали жестко критиковать, они все поголовно закончили, видимо, школу на двойке. Так, продолжается. Но мы сейчас подходим к главному. Да, ну тут Гохамейстер, значит, не останавливается, высирается дальше.
это уже у него идет интеллектуальная перепалка с кем-то еще. Бог с ними, я не буду все читать. Сейчас я прокомментирую самый мощный коммент. Люди почему-то начали обсуждать явление СМР вместо обсуждения конкретного вот этого ролика. И это странно. А он доебнулся до какой-то тети Моти. Пускай бубнит себе под нос. Уважаемый человек с никнеймом, который соответствует химической формуле какой-то, видимо, да, C2H5OH. Водка, по-моему. Я не доебался до какой-то тети Моти. Я рассматриваю и критикую конкретный ролик. Пускай она шепчет. Безусловно, я ее сам смотрю время от времени. Я никто ей шептать не запрещает. Почему обзор считается тем, что человек доебался? Не знаю. Так, ну вот, сейчас приближаемся, ребята. Бонич начал с того, что дал понятие одного из триггеров АСМР как невнятное и бессмысленное бормотание. И за это же назвал девушку тупой. Ну, очередной логический коллапс постиг теперь и Турели. Я не называл тупой девушку. Я называл тупым персонажа, которого она отыгрывает в ролевой игре. Продолжаем, да, наступать на одни и те же грабли. И вот дальше, ну, мощно, конечно. Понимаешь, Турели... Погрузить человека в состояние сна может только что-то органическое, естественное и натуральное. Если, например, в ролике человек начинает нести пургу, это мгновенно выводит из состояния равновесия и не погружает в состояние сна. Это начинает раздражать, как минимум раздражать. А когда ты раздражаешься, ты не спишь. Невнятно бессмысленное бормотание относится все-таки к определенной сценарной работе. Да? Это не просто человек, несущий полную ахинею или ведущий себя каким-то неадекватным способом, человек, который злит других людей. Так, единственный триггер... И вот мы дошли, друзья. Джентльмен по имени Индезит. Потряс меня до глубины души. Ну, здесь будем читать. Ахаха, этому чуваку 34 года. Просто поэтому, начинаем считать количество грамматических ошибок, мне уже смешно. Ахаха. Если ты смеешься с того, что кому-то 34 года, Индезит, это характеризует исключительно твою ненормальность, но никак не того, кому исполнилось 34 года. На самом деле, Бонивур – профессиональный разжигатель хейта. Это я. Иного смысла, будучи адекватным человеком, снимать такие видео нет. Разве что он латентный педофил, что вряд ли. Ну, слава богу, хоть в педофилы не записали. Но те, кто хоть небольшое время его смотрели, прекрасно знают, что там, где скандал, где драка, Бонивур чувствует себя как рыба в воде. И это чистая правда. Ето, ведь его контент, его жилка, натура по сути. Поэтому хорошо, конечно, на этом и поиграть. Его сейчас ведь и никто и не смотрит. И никто и не смотрит. Вы, господа 149 человек, никто. Поэтому, когда он стримит игры, потому что там это не канает, там он не может проявить свой истинный талант. Там его натура проявляется в подгораниях и промежуточных оскорблениях мамок игроков. Когда же это в последний раз было? Года 4 назад, может быть, в Лоле. Если, например, вот дальше, но дальше прям разрыв. Я, конечно, не буду все читать, потому что у вас сейчас взорвется чердак, но кое-что обязательно процитирую. Ну, тут довольно трудно воспринимать текст, потому что подрабатывая на радио и потом запуская стримы, согласно этому правилу, я не знаю, как воспринимать эту фразу, как ее интерпретировать. И вот сейчас, где-то был супер момент. Сейчас будет разрыв. Сейчас. Да где же это, господи?
зубы-то продолжаются при парировании, конечно. Так, блин, где же это, господи? Видимо, дальше. Сейчас, сейчас, ребят. Сорян. Обещаю, это будет последний джентльмен, но где-то он просто он гениальную мысль вбросил. Я не могу это не процитировать. И зрители, что старался. Увольнение. А, вот! Вот. И зрители смотрели, потому что весело, или потому что он старался. Но все-таки это был довольно специфический юмор. И нехватка харизмы. Не вышел харизма, ребят, извините. И проработки своей роли, а потом, а вот дальше, а потом и увольнение с радио. Меня, оказывается, уволили с радио. Нехватка денег. То есть, господин Индезит, ну, видимо, я не знаю, он, видимо, скорее всего, является моим тайным финансовым директором. Настолько точно он определяет мои материальные проблемы, мое материальное положение. Оказывается, ребята, на радио я ворочил бешеными деньгами. Но потом меня уволили, и денег стало не хватать. Сказалось на том, что ему сложно стало сдерживаться и играть добродушного, юморного краба Нубаса. А, уважаемый Индезит, раскрою тебе страшную тайну. А в месяце, когда я увольнялся, я получал на радио за месяц 2000 рублей. Конечно, очень жалко было терять такое насиженное местечко и лишаться такого огромного достатка, тем более, что ведущим я зарабатывал в те времена 25-30 тысяч рублей за мероприятие. Какая-то мелочь карманная. И, конечно, радийные доходы, они составляли основу моего достатка. Ты это очень тонко и верно подметил. Спасибо тебе большое. Продолжай анализировать дальше. Ты великолепен. Поэтому я, конечно, начал испытывать огромную нехватку денег, лишившись 2000 в месяц. И, конечно, это испортило мне настроение. Вот. Ну, а дальше он меня продолжает препарировать и бла-бла-бла. И в конце мощнейший эпилог. Видео не смотрел. Слишком длинное, неинтересно, пишет человек, накатавший вот такую простыню текста. То есть, не глядя в видео, не зная, что там внутри, потому что видео слишком длинное, он пишет огромную простыню говна и надеется, что кто-то, кроме меня, будет это читать. Браво! Браво! Это бинго, ребят. И вот таких комментаторов набралось довольно много. Я был потрясен, если честно, почему люди обвиняют меня в хейте СМР, почему меня обвиняют в хейте Китти Кло, когда я не хейтил ни первое, ни вторую. Я исключительно разобрал ролик. Там еще были высеры по типу мужик разбирает видео, делает видео на видео, и это типа одно из зашквар. У меня вопрос, может быть тогда бэткомедиану тоже нужно сворачивать свою деятельность, потому что он делает ровным счетом то же самое. Он разбирает плохие творческие видеоработы режиссеров. Но почему-то у него огромная армия поклонников, в которую хожу и я. И почему-то он абсолютно успешный YouTube-блогер. Да и вообще, большинство блогов на YouTube связаны с разбором деятельности того или иного персонажа, с разбором того или иного видео. Без этого не будет существовать вообще самого YouTube. Но этим товарищам виднее, что разбирать чьи-то работы – это зашквар. Великолепно, друзья! Вот такие вот индивиды, друзья, накатали полотна текста на, казалось бы, абсолютно нормальный, адекватный разбор ролика. Вот вам ссылка на ролик. Заходите, если что, поставьте плюсы, если кто-то солидарен со мной. И я по-прежнему жду в скайпе любого, кто хочет оспорить мою позицию и доказать свою правоту. Пожалуйста. Зачем ты залез в сообщество, которому нравится данный контент? Я отношусь к сообществу, которому нравится данный контент. Мэн, я тоже смотрю СМР. И как зритель СМР, я
уже подразделяю ролики на хорошие и плохие. Это был плохой, и ровно об этом было мое видео. Да он тебя порвал, как тузик-грелку. Это да. Погоди, ты же прочитал. Ну, я же говорю, кто-то кроме меня будет это его постулат читать. А ведь правда, разбор работ других зашквар. Вот, великолепный пример от Шамблера. Сидел в аттестационной комиссии, оценивая дипломы. Зашкварился. Да, Шамблер, ты зашкварник. И заодно зашкварники все учителя, преподаватели, все профессора, доктора наук, которые разбирают диссертации или кандидатские работы других людей. Зашкварники, ведь они судят людей. Ай-яй-яй. Можно узнать, что такое СМР? Набери, пожалуйста, Тополь. В интернете там очень много материалов на эту тему. Не думаю, что стоит занимать время стрима этим. Пригласи Пуха. Да, с Пухом бесполезно что-то обсуждать, забейте. Это человек, который уперся в одну свою оценку, он просто вешает ярлык, ты типа, это плохо. И все. Больше он ничего, аргументов никаких воспринимать он не желает. Ну вот, так забавно, ребят, сложились обстоятельства. У каждого человека свое поведение, у каждого свои вкусы. Но зачем комментить это? Вот еще один свеженький нарисовался, ребят, буквально 4 минуты назад. Ну, наверное, потому что это работа, выложенная в публичное пространство, и потому что этим занимаются абсолютно все. Мы оцениваем происходящие вокруг нас явления. Это суть нашей жизни. Может быть, поэтому? Я не знаю. Лол. Это. Лол. А. Было хорошо. В общем, я надеюсь, что вы выразите солидарность с моей позицией, а мы продолжаем играть в шахматы. Кстати, если